Керчь прибыла большая делегация из Краснодарского края. Ее возглавил депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Ломейкин. В составе делегации председатели территориальных общественных самоуправлений, специалисты администрации и депутаты окружного, районного и сельского уровней. Город Керчь представляли зампредседателя горсовета Ольга Солодилова и глава администрации Керчи Сергей Бороздин, который сказал: «На данный момент хочу сказать, что у нас уже находится на территории города 31 религиозная организация, 66 общественных организаций. Мы этим гордимся, потому что мы очень серьезно ставим, так скажем, свой взгляд и опираемся на общественные организации и говорим, что городом управляет именно общественность, а не администрация города. И мнение жителей города для нас очень важно». Керчь была представлена видеороликом о ее достопримечательностях, природном и промышленном потенциалах. Похожей информацией поделились и гости. Среди других гостей приветствовал председатель Совета общественной организации ветеранов Керчи Николай Китиков. Особый отклик среди делегатов вызвали его воспоминания о посещении Краснодарского края. «Мы были в одном из ваших лесоводческих совхозов, где был председателем депутат Верховного Совета Майстренко, если кто-то из вас есть, это Краев. Так вот, мы были очень рады этой встрече радушной, посмотрели картину в галерею, посмотрели и как там коней разводят, как готовят очень хороших ездоков на конях. В общем, это была самая такая приятная встреча». Помощник депутата Госдумы Алла Галкина призналась в том, что давно планировала эту поездку в Крым. Кубанцы уже дважды побывали в Сочи, а вот в Керчь добрались в первый раз. Они привезли самое дорогое, что есть в Краснодарском крае – людей, специалистов в своих областях, руководителей общественных организаций, лидеров общественного мнения. Керчане и гости выразили надежду на то, что совместный диалог будет интересным и перейдет в деловое сотрудничество. Начало долгой дружбы скрепили обмен символическими подарками.